осень, пора ярмарок и распродаж. В Севастополе на площади 50-летия СССР бойкая торговля началась с самого утра. Фермерские хозяйства со всего Крыма съехали сюда, чтобы представить свою продукцию по ценам производителей. Татьяна Синько в Севастополь на ярмарке приезжает уже третий год подряд. Привезла к нам из Херсонской области Чаплинского района овощи. Говорит, Севастополь со стороны продавца город выгодный. Покупатели тут приветливые, а местные цены несколько отличаются от средних украинских. Много ярмарок сейчас. Раньше не было так сильно, а сейчас уже ярмарки каждую субботу, воскресенье. Хорошо. Приезжаем, нас всегда встречают, провожают. Очень хорошо. Людмила Андреевна завсегдатай ярмарок. Радуется разнообразию выбора, а также соотношению цены и качества. Признается, этой распродажей очень довольна. Не забываю о людях. Такие ярмарки устраивают, да еще с песнями. Совершенно другое настроение. Спасибо большое за ярмарку. Глава гагаринской администрации Олег Сердюк и сам является частым покупателем на площади 50-летия СССР. Говорит, ярмарки выходного дня – хороший подарок жителям ко дню рождения района. Проводимой сегодняшней ярмаркой социальной мы как бы завершаем этот цикл мероприятий, посвященных празднованию нашего района. Ну а сегодня проводим очередную ярмарку социальную, которая непосредственно реализация товара производится непосредственно от сельхозпроизводителя. Цены на этих ярмарках значительно ниже, чем, скажем так, там на центральном рынке, в супермаркетах, процентов на 20-30 в зависимости от вида товара. Поэтому качество продукции, ну, наверное, если люди привезли ее непосредственно с огорода, то качество хорошее. Угощали гостей по старинной русской традиции чаем из самовара и баранками. У покупателей была возможность насладиться пищей не только обычной, но и духовной. Посетители ярмарки развлекали творческие коллективы, а особо активные получили небольшие подарки. Приобрести продукцию в каждые выходные по сниженным ценам покупатели смогут до конца декабря. Александра Толкачева, Деливер Меджитов, программа «Наше время».